Привет на канале Кулинарим с Викторией, добро пожаловать! Сегодня готовлю торт без выпечки. Десерт тирамису с манго. Такой манговый торт понравится всем членам семьи. Приготовить его совсем просто. И также его можно приготовить с другими фруктами или ягодами. Сначала подготовим манго. У меня 2 штуки. Завесили они у меня каждая по 500 грамм. Этого будет достаточно. Манго нам нужно для того, чтобы приготовить сироп в начинку и для желе. Очищаем манго от кожуры и удаляем косточку. Вот что у меня получилось. Значит, вот эта самая мягкая часть, я буду ее использовать для желе. Вот это для того, чтобы сделать пропитку. А это у меня пойдет в начинку. Для пропитки смешиваем 200 мл воды, 100 грамм пюре манго и добавляем 2 столовые ложки сахара. Перемешиваем. Ставим на огонь, доводим до закипания и кипятим 3-4 минуты. Процеживаем пропитку через сито. И даем ей полностью остыть. Приготовим крем. Для крема нам понадобится 250 мл жирных сливок. У меня сливки 30% жирности. 500 грамм маскарпоне. Маскарпоне можно заменить другим сливочно-творожным сыром типа Филадельфия. Как приготовить маскарпоне в домашних условиях, есть видео на моем канале. Заходите, смотрите, подписывайтесь. И 100 грамм сахарной пудры. Я рекомендую использовать именно сахарную пудру, а не сахар, потому что сахар дает воду, а нам это не нужно. Сливки и маскарпоне должны быть очень холодными, сразу из холодильника. В емкость с высокими краями наливаем 250 мл жирных сливок и взбиваем миксером. Взбиваем до появления мягких пиков и добавляем 100 грамм сахарной пудры и 500 грамм сливочно-творожного сыра маскарпоне. И продолжаем взбивать до загустения. Посмотрите, какой густой получился крем. Такой крем готовится очень просто, быстро и хорошо держит форму в тортиках. Друзья, крем пока убираем в холодильник. Небольшую часть крема я отложу в кондитерский мешок. Она мне пригодится для украшения. Теперь приготовим желе из манго. Для этого нам понадобится пюре манго, 4 листика желатина. В описании под видео я вам укажу, сколько желатина нужно использовать в граммах. Сахар и немного воды. Заливаем желатин водой и оставляем размокнуть на 10 минут. В емкость добавляем пюре от манго и измельчаем его погружным блендером. В пюре манго добавляем 1 столовую ложечку сахара. Перемешиваем. На небольшом огне доводим пюре манго до закипания, но не кипятим. Закипевшую массу убираем с огня и добавляем размягший желатин. Все хорошо размешиваем до полного растворения. Даем желе остыть до комнатной температуры. Собирать десерт тирамису с манго я буду в разъемной форме. Я ее установила на диаметр 20 сантиметров. Печенье савоярди у меня уже готовое. Если вы хотите приготовить сами, то в YouTube существует много видео, как его приготовить. Также это печенье называют дамские пальчики. Печенье мы будем устанавливать вот этой стороной по кругу. Вот таким образом. Чтобы печенье не падало, внизу мы совсем немножко его вот так подрежем. Таким образом, вот оно у нас будет хорошо держаться вертикально. Печенье, которое мы будем выкладывать по всему кругу, смачивать в сиропе будем только внизу. Вот таким образом кончик смачиваем и устанавливаем. Вот что у нас получилось, и таким же образом нам теперь нужно выложить донышко. Только теперь уже печенье мы смачиваем в сиропе полностью. Вот так. Смачиваем и укладываем.
Там, где печенье у нас не помещается полностью, отрезаем нужный нам кусочек, обмакиваем в сиропе и выкладываем. Достаем из холодильника крем. Визуально крем делим на две части. Одну половину крема выкладываем сверху на печенье. И немного вот так все разравниваем. Сверху на крем выкладываем половину манго. Сверху выкладываем немного крема. И слегка все разравниваем. И сверху выкладываем следующий слой печенья. И проделываем то же самое. Сверху на печенье выкладываем крем, разравниваем, выкладываем манго и оставшийся крем. Пюре манго у меня остыло до комнатной температуры. Выливаю его сверху на тортик. Убираем наш десерт тирамису с манго в холодильник минимум на 4 часа, чтобы желе хорошо застыло. И затем будем украшать его. Тортик у меня простоял в холодильнике 3 часа. Аккуратно убираем кондитерское кольцо. Посмотрите, какой красивый и ровненький получился у нас торт тирамису с манго. Друзья, тортик можно уже оставить так, я же его украшу. Для украшения мне понадобится крем, кусочки манго и листики мяты. Наш торт готов. Посмотрите, какой красивый он у нас получился. Обязательно приготовьте такой манговый торт. Вам очень понравится. Вы ни за что не пожалеете. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем желаю приятного аппетита. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока.